Татьяна, большое спасибо. Коллеги, я запускаю демонстрацию экрана, я буду показывать вам презентацию с экрана. Итак, дорогие друзья, вы сейчас должны видеть мою презентацию, и я начинаю. И сегодня, дорогие друзья, мне очень приятно, что мы с вами поговорим о том, как использовать микрообучение, как использовать интересный, новый, ну, для кого-то новый, для кого-то уже старый привычный формат обучения для достижения стратегических целей компании. И вот этот вот наш сегодняшний вебинар, он в значительной степени поможет нам понять, как создавать микроуроки для развития нужных навыков, нужных компетенций, в каких случаях это подходит, в каких случаях это не подходит. Ну, то есть все эти вопросы мы с вами сегодня разберем. Про себя говорить много не буду. Я скажу лишь, что я играющий тренер на рынке бизнес-тренингов. Я начал свою деятельность в сфере тренинга, страшно сказать, будет 30 лет назад. И на сегодняшний день свои основные усилия я направляю на то, чтобы совершенствовать технологии обучения, чтобы разрабатывать новые методики обучения. И вот то, что я буду вам рассказывать сегодня, является, ну, в значительной степени плодом моего собственного труда и плодом моих собственных проектов, которые я осуществлял. То есть очень многое из того, что я буду говорить вам сегодня, ну, в принципе, это можно услышать пока только от меня. И если говорить о том, каков мой собственный опыт в той теме, которой я сегодня с вами буду делиться, то первый мой опыт обращения к теме микрообучения, он состоялся, страшно сказать, в 2009 году. Это был мой клиент, это была компания торговая. Она занималась продажей различной бакалейной продукции, точнее говоря, поставкой бакалейной продукции в розничные магазины. То есть технология продвижения, используемая в этой компании, она была через торговых представителей. Это были люди, которые целый день в разъездах, они посещали клиентов, они следили за отгрузками, они контролировали правильность выкладки товара на полках магазинов. И вопрос, с которым ко мне обратился руководитель, был буквально такой. Я понимаю, что мне их нужно обучать, но я не понимаю, как мне их обучать, потому что они все в разъездах целый день, в офисе они встречаются только утром для получения там каких-то, может быть, ценных указаний от меня, и мне нужно придумать такое обучение, чтобы оно занимало, ну, буквально какие-то минуты, но при всем при этом, чтобы мы полностью могли участников подготовить. И вот тогда, на тот момент, 2009 год, я еще вообще ничего не знал о микрообучении, я и слова-то такого тогда еще, в общем-то, можно сказать, что не слышал. И я по наитию, по интуиции, но тем не менее я сделал проект, который решал ту задачу, которую руководитель мне поставил. И вот то, чем я буду делиться с вами сегодня, оно в значительной степени опирается именно на мой практический опыт. То есть я буду делиться с вами теми находками и теми решениями, которые я получил именно на практических проектах, которые я делал для своих любимых клиентов. И мы с вами сейчас перейдем к обсуждению того, что же это такое, когда оно применимо, для каких тем оно применимо. Но начать я хочу с небольшого эксперимента. Друзья, я сейчас хочу вывести на экран несколько примеров учебных решений, и я буду просить вас написать в чат либо плюс, если, как вам кажется, это учебное решение является микрообучением, вот исходя из ваших сегодняшних представлений, как вы понимаете, либо минус, если это не оно. То есть давайте мы с вами для начала просто попробуем, опираясь на свои представления, протестировать вот эти вот примеры, а потом уже, собственно говоря, мы сделаем с вами подведение итогов и уже на 100% четко определим, что же это такое, когда оно применимо, когда оно не применимо. Итак, самый первый кейс. Видео на 2 минуты, в котором демонстрируется, как установить напоминание в календаре на смартфоне. И все это сделано с конкретными шагами, с показом на экране, буквально вот с каждым этапом этого действия. Как вам кажется, это микрообучение или нет? Так, нет, есть ответ, нет. Плюс, есть ответ, нет.
И плюсы, и минусы. Окей. Дорогие друзья, буду комментировать сразу. Да, этот пример можно отнести к формату микрообучения. Почему? Потому что, смотрите, вот в этом примере, во-первых, это короткое видео. То есть первый признак микрообучения – то, что это уроки очень короткие. Второе – это фокус на одном конкретном навыке. То есть мы в данном случае рассматриваем тему не в ширине ее всего многообразия, а в одном каком-то очень узком взятом аспекте. Это второе. Дальше. У нас сопровождается все это пошаговой инструкцией, то есть буквально раз за разом, шаг за шагом, что нужно сделать для того, чтобы эту задачу решить. То есть в данном случае мы позволяем сотруднику сразу же применить полученные знания. Соответственно, да, друзья, этот пример был микрообучением. Отчеркиваю в чате этот пример. Давайте другой пример. Итак, модуль из 10 слайдов с теоретическими аспектами на тему управления временем. После каждого слайда есть контрольный вопрос без обратной связи. Как вам кажется, микрообучение это или нет? Ваша точка зрения? Нет, ага. Нет. Угу. Равно. Нет. Угу. Нет. Ну и, дорогие друзья, на самом деле, смотрите, в данном случае единодушно практически все были, что нет, это не микрообучение, и это правильный ответ. То есть, смотрите, в данном случае, несмотря на то, что модуль поделен на части, он охватывает теоретические аспекты, он не предусматривает какого-то практического применения или какой-то возможности закрепить вот этот навык. То есть, в данном случае, это не микрообучение, потому что, когда мы говорим о микрообучении, это фокус именно на какой-то узко взятой, даже не теме, а каком-то узко взятом навыке, и фокус обязательно на применение знаний. Здорово, снова отчеркиваю. И третий пример. 5-секундный анимационный ролик, который напоминает сотрудникам мыть руки перед обедом, соблюдать гигиену. Что скажете? Плюс, плюс, минус, 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 плюс, минус. Ну и вот, дорогие друзья, здорово, здорово, что у нас ответы разошлись, но тем не менее, смотрите, этот пример скорее можно отнести к микрообучению, потому что ролик короткий, да, то есть вот этот вот признак, что он короткий, он напоминает о конкретном действии, которое можно выполнить прямо сейчас же, непосредственно. То есть, по большому счету, он показывает, что надо сделать для того, чтобы, собственно говоря, цель обучения реализовать. Поэтому данный пример можно считать примером микрообучения. Давайте следующий пример. Видеоролик на 7 минут, в котором разъясняется процедура проведения переговоров с клиентом, включая подготовку, тактику общения, анализ после встречи. Да или нет? Да. 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 Угу. Да. Угу. Нет. Нет. Да. Ну вот смотрите, ответов «да» чуть больше, чем ответов «нет», как мне кажется. Но правильный ответ «нет» – это не микрообучение. И вот смотрите, первый признак – то, что ролик должен быть коротким, оно соблюдается. Ну, 7 минут можно считать коротким. Но это не микрообучение, потому что оно охватывает несколько этапов и не фокусируется на каком-то одном узко взятом навыке. То есть вот это вот ключевой критерий микрообучения, что мы сосредотачиваемся на одном каком-то конкретном навыке. Соответственно, нет, это не микрообучение. Давайте еще несколько примеров. Короткое аудиосообщение на 1 минуту, которое рассказывает о методе 5 почему для анализа причин проблем с кратким примером использования. Что скажете, микрообучение или нет, на ваш взгляд? Да, нет, да, да, да.
Друзья, не бойтесь ошибиться. Лучше будет, чтобы вы даже лучше неправильно написали, но что-то написали, потому что тогда как бы совершенно точно лучше запоминается. Ну, смотрите, плюсов больше, минусы тоже есть, но плюсов больше. Но, тем не менее, скорее это да, микрообучение. Почему? Смотрите. Во-первых, аудиосообщение короткое, то есть это требование соблюдается. Оно дает фокус на одном методе, который можно сразу же попробовать применить. То есть тоже это соответствует принципам микрообучения, ну, про которые мы с вами сейчас еще будем говорить, но я думаю, что мы их с вами уже на основе этих примеров уже в значительной степени услышали. Давайте еще несколько примеров. Онлайн-курс, состоящий из 5 видеолекций по 20 минут, которые охватывают разные аспекты эмоционального интеллекта. Да или нет? Нет, нет. Ну, здесь на самом деле это простой пример. Конечно же, нет, это не микрообучение, потому что, во-первых, какие признаки? В принципе, длительные видеолекции, это первое. Второе, широкий охват тем. Третье, отсутствие какой-то практической в данном случае направленности. Да? То есть мы узнали, что такое эмоциональный интеллект и куда его приложить. В данном курсе как бы оно явно не раскрывается, поэтому это нет, это не микрообучение. Еще несколько примеров, прежде чем мы перейдем. Короткая статья на 300 слов о способах улучшения письменной деловой коммуникации с предложением сразу написать пример письма по прочтении, после того, как прочтем. Микрообучение это или нет, как вам кажется? Да, угу, угу. Угу. Абсолютно согласен с вашими плюсами, дорогие друзья. Действительно, это микрообучение, потому что статья компактна, она сосредоточена на одной теме, и она сразу предлагает применить знания. То есть это соответствует микрообучению, да, то есть как бы размер маленький, одна узко взятая тема и ориентация на практическое применение. Здорово. И, дорогие друзья, еще совсем несколько примеров. Презентация из 15 слайдов, которая охватывает тему создания командной мотивации, не предполагает упражнений или вопросов для закрепления. Нет, нет, нет. Нет. Ну и совершенно верно, дорогие друзья, действительно, это не микрообучение, потому что презентация охватывает слишком объемную тему, не имеет четкого фокуса на одном каком-то узком взятом навыке и не предоставляет возможности быстрого применения. Да? То есть это все противоречит принципам микрообучения. Еще у нас осталось с вами два примера. Давайте их тоже посмотрим, прежде чем разберемся с определением. Короткое задание для команды. Создать мини-рассказ на 2-3 предложения с использованием техники активного слушания в парной работе. Что скажете? Микрообучение или нет, как вам кажется? Угу, 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 угу. Да, совершенно точно, дорогие друзья, это микрообучение, потому что задание сфокусировано, позволяет сразу применить технику, то есть фактически просто факт практического упражнения, это уже применение вот этого навыка. То есть это как бы такой яркий пример микрообучения. Ну и давайте самый последний пример, который я для вас сегодня специально приготовил. Шаблон электронной таблицы, в которой подробно описаны шаги для планирования проекта, то есть буквально пошагово описано. И там указаны сроки, этапы, необходимые ресурсы, которые команда заполняет по мере выполнения каждого шага, что требует буквально пары минут. То есть это некие активности, которые требуют, ну, буквально вот там какого-то очень ограниченного количества времени. Очень быстро это делается. Что скажете? Нет, плюс, нет, плюс, плюс, нет. Угу. Ну и, дорогие друзья, на самом деле, в данном случае, скорее, я бы это отнес к не микрообучению. Потому что, хотя шаблон, он, с одной стороны, он, безусловно, удобен для управления проектом, но он не предназначен для обучения одному конкретному навыку, согласны? И более того, он не предполагает быстрого освоения. То есть микрообучение, оно должно быть кратким, с четким фокусом на отдельной задаче или умении, которое можно сразу применить. А вот здесь, увы, этого...
Коллеги, мне показалось, что я пропал. Был такой, да? На мгновение. Сейчас я появился снова. Слышно меня? Видно меня? Угу, все отлично. И вот давайте теперь с вами разберемся уже с той самой теоретической частью, а что же на самом деле такое микрообучение, как слышно, но не видно. Друзья, видно, слышно? Все исчезали, видно, слышно. Поставьте плюсы, что и видно, и слышно, чтобы я был спокоен, что как бы эта проблема решена. Ага, все, спасибо большое. Так вот, дорогие друзья, давайте с вами теперь разбираться, что же оно такое микрообучение, да, что же это Александр. Такое. Александр, да, слышно, но не видно, почему-то не появилось видео. Но, коллеги, я предлагаю сейчас продолжить. Наверное, не так это страшно. Видно презентацию, слышно спикера. В крайнем случае попробуем, да. Во, все, вот сейчас появляется. Сейчас появился, да? Да, сейчас все появилось, да, немножко долго было. В случае чего... Если будет подвисать звук, слишком мешать проведению, тогда просто камеру можно будет выключить и презентации голосом, а в конце вы нам еще раз покажетесь. Супер, отлично. Всего, коллеги. Надеемся, что мы справились с техническими. Это бывает, это неизбежные случайности. Все, всем удачного вебинара. Все супер. На самом деле это вот издержки как раз онлайн-обучения, да, что на мгновение пропадает интернет и, соответственно, как бы ведущий вылетает. Ну, с этим ничего, к сожалению, не поделать, и нам приходится просто это принимать как данность. Давайте теперь разбираться, что же такое микрообучение. Я надеюсь, что те примеры, которые вот я вам показал, те вот эти кейсы, которые мы с вами сейчас оценили, они в значительной степени уже показали, что это такое, что можно считать микрообучением, что считать им нельзя, и каковы его ключевые принципы. Что такое микрообучение? Вот если обращаться к литературе, ну, определение, понятное дело, в разных источниках можно найти достаточно разное. Мне близко вот такое определение, которое вы видите сейчас на экране, что это формат, при котором обучение разбивается на очень короткие уроки. Эти уроки узко сфокусированы и посвящены какому-то одному узкому навыку или одному какому-то знанию, которое участники в результате этого урока приобретают. По поводу длительности этих уроков, на самом деле четких границ никто не определил, слава богу, и на самом деле можно говорить о том, что и 5 минут это тоже может быть микрообучением, и даже 7 минут, наверное, тоже может быть микрообучением. Но, тем не менее, как бы ключевой принцип, что это именно то время, которое минимально необходимо для того, чтобы освоить какой-то один узко взятый навык или запомнить одну какую-то узко взятую информацию. Если говорить про ключевые принципы, которые характеризуют микролёрнинг, то мы их с вами интуитивно, наверное, на основании вот этой нашей стартовой игры уже поняли. Во-первых, это фокус на одной теме, то есть мы выбираем именно что-то прямо совсем узкое. Во-вторых, это действительно краткое по продолжительности мероприятие. В-третьих, в обязательном порядке оно должно иметь ценность практическую, прикладную, то есть микрообучение, как правило, не принято относить к вещам каким-то абстрактным, каким-то вещам на подумать, то есть это что-то, что про то, как сделать, как выполнить, как реализовать и так далее. Затем, это такой принцип, как принцип доступности, имеется в виду доступности с точки зрения в любом месте и с любого устройства. То есть микрообучение можно проводить хоть с компьютера, хоть со смартфона, хоть с чего угодно другого. То есть в ряде случаев это можно делать даже и вообще без устройств. Мы поговорим чуть позднее про формат, и я вам покажу, как это может выглядеть. Ну и, наконец, принцип микролёрнинга, микрообучения, то, что имеется в виду, принцип постепенного, поэтапного накопления и формирования нужных знаний и навыков. То есть мы можем выстраивать микроуроки в определенную цепь, в определенную последовательность, которая будет в сумме давать тот самый эффект, когда мы владеем каким-то комплексным навыком уже целиком, а не по узким частям. Вот это вот как бы те ключевые принципы, ну, которые мы в значительной степени с вами уже увидели на вот этих кейсах.
Почему микрообучение становится популярным? И, в принципе, ну, наверное, очевидно и, наверное, логично. Вот здесь вот, вот эти вещи, которые сейчас на экране вы видите, ну, они, наверное, такие, достаточно очевидные. Понятное дело, что если это микроформат, то это, соответственно, минимальное отвлечение участников, если это мы говорим про корпоративное обучение, от работы, от их реальной деятельности, да, то есть это выгодно для компании. А во-вторых, это позволяет внедрить нужные навыки быстро. То есть это тот самый инструмент, когда не надо людей отвлекать от работы надолго для того, чтобы их чему-то научить. Это можно реализовать буквально без отрыва от производства и очень эффективно. Это не требует каких-то специальных условий, не требует аудитории, не требует флипчартов там и прочих вещей, с которыми сопряжено в обязательном порядке обучение аудиторное. Наконец, за счет своего микроформата и за счет своего очень быстрой вот этой вот смены как бы тех тем, которые мы даем, оно, как правило, очень позитивно воспринимается сотрудниками, и они проходят этот формат в большинстве случаев с удовольствием. Соответственно, это как бы тоже является плюсом этого формата. И если говорить о том, почему особое применение микрообучения нашло в бизнесе и в корпоративном обучении, то, наверное, здесь тоже все очевидно. Но, во-первых, мы можем с помощью вот этого инструмента непосредственно влиять на эффективность деятельности наших сотрудников. То есть мы можем повысить их производительность, не отрывая их при этом от как бы их повседневных рабочих функций. Мы обучаем их, мы помогаем им не допускать какие-то типичные ошибки, которые могут быть. И, например, профилактика ошибок, она тоже прекрасно реализуется с помощью формата микрообучения. Ну и, наконец, за счет того, что сотрудники могут осваивать новые процессы и адаптироваться к изменениям без отрыва от своей основной деятельности, вне всякого сомнения, у сотрудников повышается их гибкость по отношению к учебным процессам. То есть, действительно, они могут участвовать в этом с большей отдачей, с меньшими затратами, которые каким-то образом влияют и на их производительность, и на их время присутствия на рабочем месте. Ну, то есть, в принципе, инструмент, вне всякого сомнения, при правильном его применении, при правильном его проектировании, он очень привлекательный. И вот раз я заговорил про правильность применения и про правильность проектирования, то вот здесь вот тогда и возникает вопрос. Для всего ли подходит микрообучение? Для всех ли сотрудников оно годится? И так далее. Вот давайте начнем с того, что мы ответим именно на эти вопросы. И первое, с чего мне хотелось бы начать, это кого и чему мы обучаем с помощью этого инструмента. Ну, смотрите, для каких целевых аудиторий микрообучение подходит. Посмотрите, оно подходит очень хорошо для продавцов, кассиров, сотрудников магазина, курьеров, операторов колл-центра, менеджеров среднего звена, менеджеров по продажам, вообще специалистов в широком смысле по продажам. Оно очень хорошо подходит для сотрудников начинающих, для сотрудников, которых нам нужно быстро внедрить в культуру компании, в особенности деятельности компании. То есть фактически онбординг с помощью микролёрнинга осуществляется очень хорошо. Ну и естественно, что он очень хорошо подходит для тех сотрудников, которые работают в удаленном режиме. То есть по большому счету, вот это те категории сотрудников, для которых микролёрнинг подходит очень хорошо. Обратите внимание, что в данном случае мы видим, да, что вот если брать, например, карьерную структуру компании, то мы видим, что это, скажем так, скорее низшая, да, вот часть сотрудников, находящихся на нижних ступенях карьеры в компаниях. А вот в каких, уже понятно, что в каких областях, в каких, для каких сотрудников не подходит микролёрнинг. Анна Саврасова, обязательно обобщу, вы не поверите, именно этим я буду заниматься весь ближайший вебинар, обязательно отвечу на ваш вопрос. Так вот, для каких целевых аудиторий не подходит микролёрнинг? Смотрите, руководители, высокие научные какие-то темы или
какие-то особые области, которые требуют очень специальных и высокопрофессиональных знаний. Для творческих профессий, там, где непредсказуемый результат, где непредсказуемый процесс, и где нужно действительно проявлять какие-то душевные качества, которые невозможно алгоритмизировать. Технические специалисты высокого уровня, здесь могут быть и инженеры, здесь могут быть и сотрудники, обладающие какими-то уникальными практическими навыками. То есть, по большому счету, это те сотрудники, которые, ну, высокообразованные и высококвалифицированные. Ну и, наконец, самый последний пункт – сотрудники с высокой потребностью в стратегическом аналитическом мышлении. То есть, вот на самом деле, стратегическому мышлению с помощью микролёрнинга, наверное, не научиться, хотя элементы его, вне всякого сомнения, можно использовать. Таким образом, дорогие друзья, смотрите, мы с вами увидели, для кого микрообучение годится, для кого оно не годится. Это вот как бы первый момент, на который обращаем внимание. То есть видим, что как бы если нам всю линейку должностей компании разбить на высшую часть и на низшую часть, можно сделать такой предварительный вывод. Для низшей части подходит очень хорошо, для высшей подходит сильно в меньшей степени, хотя элементы некоторые использовать можно. Это как бы первый вывод, который предлагаю отметить. Дальше. Каким темам с помощью микрообучения обучать рекомендуется, каким не рекомендуется? Ну, здесь тоже есть определенная градация, и здесь тоже есть определенные рекомендации. Смотрите, все, что касается soft skills навыков, то есть вот по большому счету вот весь soft skills – это навыки общения с клиентами, это речевые поведенческие шаблоны, процедура стандарта обслуживания и так далее. Это все совершенно точно сюда подходит. Сюда же подходят такие вещи, как, например, смотрите, краткое обновление и нововведение в компании. Предположим, в компании изменилась или дополнилась продуктовая линейка, да, дополнилась буквально двумя-тремя какими-то продуктами. Собирать ради этого обучение целиком вроде как не очень эффективно. Но микрообучение позволит очень быстро всех сотрудников с этими изменениями познакомить. Или, например, меняются какие-то правила, меняются какие-то регламенты, и, условно говоря, в корпоративной книге скриптов или стандартов меняется, ну, допустим, два абзаца, то же самое. Собирать обучение очное ради этого смысла, наверное, никакого нет. А вот именно обучение в формате микролёрнинга, оно здесь подойдет очень хорошо. То есть, по большому счету, смотрите, вот все те вещи, которые касаются soft skills и касаются каких-то, может быть, узко взятых, очень таких конкретных вещей, касающихся деятельности компании, вне всякого сомнения, они могут использовать этот метод микролёрнинга. Для каких тем микролёрнинг подходит сильно меньше? И вот здесь вот смотрите, дорогие друзья, все сложные темы, все темы, которые требуют такого развитого абстрактного мышления, системного мышления, то есть, ну, вы прочитаете на экране сами, я как бы не буду все повторять дословно, но обратите внимание, все те вещи, которые сложно алгоритмизируемы, все те вещи, которые требуют очень большого владения какими-то знаниями или какими-то специальными навыками, или которые требуют принятия решения, допустим, с учетом большого количества данных. Вот все вот эти вещи, они в микрообучении, к сожалению, уже менее эффективны. Хотя, еще раз подчеркну, элементы этих тем мы все равно можем давать в формате микролёрнинга. Я вам в конце сегодня покажу соответствующие примеры. Таким образом, друзья, смотрите, на два вопроса мы с вами уже ответили. Вопрос первый – для каких сотрудников? Вопрос второй – для каких тем? Да? То есть как бы понимаем, что здесь не нужно применять микролёрнинг к тому, к чему он не подходит. И вот здесь возникает один простой вопрос. Вот как же микролёрнинг разработать и как же его правильно спроектировать, чтобы он действительно соответствовал всем тем пяти критериям, которые мы с вами уже разобрали, и чтобы действительно он отвечал приоритетам компании, чтобы он действительно работал на какие-то нужные вещи, то есть чтобы он был обучением для результата, а не обучением ради обучения. Да? То есть понимаем, что обучение ради обучения – это вообще, в принципе, не про микролёрнинг.
И вот здесь я, дорогие друзья, хочу поделиться с вами тем алгоритмом, по которому работаю я сам. Я его разработал сначала сам для себя, я его многократно применил, тестировал и как бы уже описал. И вот сейчас я с вами им делюсь. Про него нигде не написано, но если только кто-то на моих вебинарах было, повторил. Соответственно, я с радостью вам это передаю. Надеюсь, что вам это поможет так же, как мне это помогает в работе с клиентами. То есть это моя авторская методология. И она разделена на 4 больших блока, и в ней 12 шагов. То есть 12 шагов, разделенных на 4 блока, на 4 как бы этапа. Что это за этапы? Сначала этапы, а потом как бы уже конкретные шаги. Первый этап, это планирование микрообучения на уровне бизнес потребностей. То есть, по большому счету, мы для начала определяем, для каких бизнес-результатов это микрообучение будет проводиться. Это первый большой этап. Второй этап – это описание целевого поведения. То есть, мы составляем поведенческий портрет по итогам проведения этого обучения. Условно говоря, проще выражаясь, что должны люди делать после того, как они это микрообучение пройдут. Третье – это планирование учебных целей, планирование учебных задач, учебных результатов, то есть фактически, чему именно нужно научить. И вот четвертый этап – это уже, собственно говоря, этап, на котором мы разрабатываем конкретные методики проведения, выбираем формат микролёнинга, соотносим количество теории, количество практического упражнения в каждом вот этом уроке, ну и так далее. Вот сейчас я каждый из вот этих вот 4 этапов расскажу вам подробнее, но на что я обращу ваше внимание. Коллеги, скажите мне, пожалуйста, вот эти 4 этапа сами по себе, ничего они вам не напоминают ли? Может быть, у кого-то какие-то ассоциации они с одной очень известной моделью вызвали? Напишите в чат, если на что-то они вам кажутся похожими. Смотрите, бизнес, поведение, учебные результаты, ну, в данном случае выбор конкретных методов. И я подскажу, дорогие друзья, на самом деле это не что иное, как этапы, ну, по меньшей мере, первые 3, это большой привет Дональду нашему, не Трампу, а Киркпатрику. Согласны, коллеги? То есть, по большому счету, в данном случае мы идем именно сверху вниз по лестнице Киркпатрика. Мы планируем сначала бизнес-результаты, потом поведение, потом планируем уже те учебные результаты, которых мы хотим достичь. Ну, и потом уже под это, подо все подбираем конкретные методики. То есть, друзья, чем это важно и чем это ценно? Тем, что тем самым мы достигаем именно максимальной ориентации на практический результат. То есть, вот если действуем вот таким образом, то обучение ради обучения у нас не получится, как мы не будем стараться. Оно в обязательном порядке будет работать на какие-то очень конкретные, очень осязаемые результаты. И вот давайте сейчас разберем, что же входит в каждый из вот этих вот 4 элементов. Ну, я буквально кратко, да, потому что про каждый из них можно говорить много, но я буквально тезисами и ключевыми какими-то элементами, которые сюда входят. Первое, мы должны определить, для каких важных для компании целей мы это обучение будем проводить. То есть, может быть, это выполнение каких-то планов, может быть, это выполнение каких-то стратегических заявлений, там, допустим, там, стать номером 1 на рынке, или там, там, завоевать такую-то долю рынка, предположим, да, или что-то еще, или стать лидером по клиент-ориентированности, предположим, ну и так далее. То есть, первым делом мы смотрим на какие-то важные для компании цели и планы и как бы отталкиваемся от них. Дальше мы определяем вот в этих вот целях, в этих планах, какие подразделения участвуют, то есть какие подразделения реально работают на то, чтобы эти цели были достигнуты. То есть мы тем самым как бы сужаем немножко, на кого мы будем ориентировать это обучение. И дальше мы определяем очень узко целевую аудиторию, которая будет это обучение проходить. То есть мы очень четко для себя описываем, какая это должность, какая это
единицы. То есть, по большому счету, это будут там, я не знаю, продавцы, это будут операторы, это будут мелкие руководители, кто-то еще и так далее. И это первая наша с вами колонка, первый наш с вами сегмент. Второй этап – это мы должны, после того, как мы определили целевую аудиторию, мы должны составить поведенческий портрет вот этой целевой аудитории по итогам обучения. То есть мы должны очень четко описать, что они будут делать по итогам вот этого обучения, чтобы выполнить вот эти цели. Соответственно, для этого мы выполним три вот такие подзадачи. Задача номер один – мы составляем список элементарных задач, которые необходимы для того, чтобы эти планы и эти цели достигнуть. То есть, условно говоря, ну, допустим, если мы говорим про продавцов, то мы должны четко описать, что продавцы должны звонить клиенту раз, ездить на встречи два, заполнять отчетные формы три, анализировать рынок четыре. И это вот и будут те самые направления, которые мы с вами будем по отдельности уже разбирать и по отдельности прописывать. Дальше мы должны описать целевое поведение по каждой из этих задач. То есть, что конкретно он делает, когда совершает звонки, как конкретно он совершает рабочие визиты, каким образом он отчитывается и так далее. То есть мы составляем поведенческий портрет идеальный, что сотрудник должен делать по итогам этого обучения. И затем мы оцениваем, а вот что из того, что мы хотели бы, сейчас уже делают, а что не делают. То есть мы, собственно говоря, описываем ту самую дельту, ту самую разницу, которую нам важно сотрудникам дать, которую нужно у них сформировать для того, чтобы они целевых результатов своих достигли. И таким образом вы видите, что второй этап, он весь посвящен именно поведению. Третий этап. Это учебные цели, учебные задачи, учебные результаты. То есть мы здесь говорим про то, чему конкретно нужно научить. И на первом этапе мы определяем профиль знаний, установок и навыков, которые необходимо у участников, необходимо участникам иметь для того, чтобы целевое поведение демонстрировать. Затем мы оцениваем дефициты, то есть что из этого у них уже есть, чего из этого уже нет. И на основании этого мы определяем уже учебные цели, то есть чему конкретно мы должны учить для того, чтобы все, что было до этого, было реализовано и выполнено. Соответственно, это вот наша третья колонка, наш третий этап. И дальше наступает уже этап фактической разработки вот этого вот решения. То есть мы сначала ставим цели на каждый микроурок, то есть мы дробим это на микроуроки, и, соответственно, каждому из них мы приписываем какую-то очень четкую, узко взятую определенную цель. Затем мы определяем какие-то индикаторы, по которым мы поймем, достигнута цель обучения или не достигнута. То есть для каждого микроурока у нас будет какая-то система индикаторов. Ну и, наконец, мы выбираем формат микроурока, а форматов на самом деле может быть много. Я думаю, что мы это уже поняли, когда разбирали вот эти вот стартовые 10 кейсов, и я вам еще покажу дальше, потому что дальше будет разговор как раз про то, как можно реализовать микрообучение, какие форматы есть. И вот, дорогие друзья, смотрите, вот 4 этапа, 12 шагов, вот действуя строго по такой логике, мы в обязательном порядке разработаем микрообучение, которая действительно будет соответствовать всем принципам микрообучения, которые мы в самом начале разобрали, и которая действительно будет работать на результаты, важные, актуальные для данной компании. Вне всякого сомнения, вот эти вот 12 этапов, они, ну, как бы легки, когда про них рассказываешь, когда начинаешь реализовывать это все не так легко, но я вам сейчас покажу пример, который в значительной степени, я надеюсь, покажет вам, как это все выглядит на самом деле. И пример, который я вам приведу, это, ну, на самом деле, пример взятый из реальности. То есть, по большому счету, мы однажды делали проект, в который в том числе входил вот этот вот микрообучение, по вот, обучение в формате микролёрнинга по вот этой вот теме. Итак, смотрите, я сейчас буду
Вверху, вот темно-серым, это этап. То есть первый этап, я напоминаю, у нас бизнес-планирование. Желтым – это как бы подэтап. А то, что описано белым, я специально для вас, дорогие друзья, написал подробно, чтобы потом, когда вы уже скачаете презентацию и захотите что-то разработать в формате микролёнинга, чтобы у вас перед глазами был образец, чтобы у вас был пример, как это должно выглядеть. Поэтому я специально для вас все вот это вот написал текстом, чтобы было на что ориентироваться. И что мы делаем на вот этом вот первом этапе? Мы анализируем цели компании, но вот в том конкретном случае, вот про который я сейчас говорю, это была цель, одна из стратегических целей, это повысить уровень клиентоориентированности, стать одной из самых клиентоориентированных компаний. И, соответственно, вот от этой цели, от этой стратегической цели мы уже плясали дальше. И мы поняли, что в рамках вот этой вот цели одной из проседающих компетенций является умение с клиентом говорить на его языке, умение клиента слушать, умение выстраивать доверительные отношения, умение проявлять эмпатию и так далее. То есть, соответственно, вот первое, что мы сделали, мы посмотрели на то, куда компания стремится. Подчеркну, что это могут быть какие-то либо планы компании, да, которые выражены буквально в цифрах, либо это могут быть какие-то стратегические заявления, куда компания движется. Этап номер один. Этап номер два. Мы определяем, какие подразделения, какие отделы или какие департаменты в большей степени влияют на реализацию вот этих вот целей. То есть, ну, например, в нашем конкретном случае мы определили, что в большей степени обучать вот этому нужно будет отдел продаж и отдел клиентской поддержки, потому что именно они являются тем лицом, которое по отношению к клиенту проявляет эту самую клиенториентированность. А третий этап. Мы определяем очень четко тех сотрудников, которые должны это обучение пройти. Ну, в данном случае они как бы совпали с сотрудниками отдела. Бывает иногда разница, если там сотрудники внутри отдела выполняют разный функционал, тогда как бы это здесь будет уже более точное описание целевой аудитории. То есть вот смотрите, это были первые три шага первого большого этапа бизнес-планирования. Дальше мы переходим к планированию поведения. То есть мы должны сначала составить перечень элементарных задач, которые выполняют сотрудники в процессе реализации той самой цели. Ну и в данном конкретном случае они включают такие вещи, как умение слушать, умение выявлять потребности, умение подтверждать понимание, задавать уточняющие вопросы. То есть вот были выделены вот эти вот все вещи. Далее мы описываем, как нам хотелось бы, чтобы по итогам обучения сотрудники себя вели именно вот в рамках вот этих вот задач. Соответственно, мы составляем какое-то более подробное описание. Если слушают, то как? Если делают паузы, то как? Если перефразируют, то как? И так далее. То есть фактически мы либо опираемся на какие-то стандарты, правила, регламенты, если они в компании есть, либо если их нет, то фактически это хороший повод их создать вот именно на этом этапе, потому что, ну, это будет важно для успешной реализации данного проекта. И, наконец, мы проводим оценку сотрудников на то, насколько они сейчас владеют вот этими всеми вещами. То есть мы сравниваем желаемое поведение с фактическим поведением и, соответственно, определяем ту самую дельту. Эта дельта, она и будет тем, что мы будем формировать по итогам вот этого обучения. И вот это вот второй наш с вами этап. Друзья, если как бы понятно, то вы тогда ставьте какие-то знаки в либо огонечки, чтобы я понимал, что понятно. Если непонятно, пишите, я тогда буду стараться вам прокомментировать. Соответственно, если вопросы вот конкретно про то, что говорю, отвечаю сразу. Если вопросы про что-то чуть-чуть другое, то тогда отвечу обязательно в конце. Дальше мы переходим к планированию учебных целей. То есть мы здесь определяем профиль знаний, установок и навыков, который нам нужен для того, чтобы сформировать очень точно вот то самое поведение, которое нам нужно. То есть, ну,
не буду комментировать, здесь, как бы, надеюсь, все понятно, да, то есть какую информацию им надо дать, какие умения надо сформировать и какие установки, какие мнения у них должны быть для того, чтобы это успешно делать. Опять же, оцениваем дефицит, то есть проводим какие-то либо тестирования, либо наблюдения, либо какие-то специальные оценочные процедуры, которые позволят нам определить, что уже есть, а чего нет. И после этого формируем, опять же, учебные цели уже по каждому профилю зон. То есть фактически мы определяем, чему конкретно мы будем учить, чему будем учить, чтобы то самое поведение было сформировано, чтобы те самые бизнес-цели были реализованы. Понятна логика, да? То есть вот фактически поэтапное вот это вот перетекание одного в другое. И мы закончили как бы в третий этап, этап планирования учебных целей. И четвертый этап, этап методологии. Здесь мы уже подходим к тому, как это все реализовать. То есть мы определяем конкретные цели для каждого микроурока. То есть вот каждый микроурок, он будет посвящен чему? На одном что-то одно, на другом что-то другое и так далее. Затем мы стараемся определить какие-то индикаторы, какие-то измерители, по которым мы поймем, мы научили или мы не научили. Да? То есть это могут быть результаты тестов, это могут быть результаты наблюдений по чек-листам, это могут быть, ну, анализ, например, каких-то отчетных документов, да, в которых мы видим результаты, и, соответственно, они позволяют нам делать выводы. И это 11-й пункт. И пункт последний, друзья, мы уже в последнюю очередь выбираем те самые форматы, с помощью которых мы реализуем вот эти вот микроуроки. То есть мы выбираем, как это будет воплощено. Вот. Скажите мне, пожалуйста, дорогие друзья, я понимаю, что вот эта информация, которую я вам скороговоркой сейчас за 10 минут рассказал, она на самом деле не для 10 минут, а для такого более серьезного рассмотрения. Но тем не менее, общая логика, насколько она вам понятна, насколько она вам откликается, насколько она вам близка. Отреагируйте, пожалуйста, каким-то образом, прежде чем я перейду к следующему пункту, к пункту форматов. Плюсы, четко по делу понятно, все понятно, ок. Ну, здорово, дорогие друзья, я рад. И вот если говорить про то, каким же образом, какие форматы микрообучения существуют. На самом деле есть одно такое заблуждение, что микролёнинг – это когда коротенькие видосики и к нему тест. Это неправильная точка зрения, потому что на самом деле микролёнинг, микрообучение, оно может быть в совершенно разных форматах, и каждый формат, он имеет свои плюсы, свои минусы и, соответственно, свои преимущества, свои ограничения. Я вам предложу сейчас список из ни много ни мало, коллеги, 10 разных форматов, которые могут быть использованы в микрообучении. Это все те пункты, которые вот мы сами использовали в своих проектах, поэтому я за них ручаюсь, что они работают точно. Может быть, их на самом деле можно и больше придумать, но как бы это уже будет выходить за рамки моего опыта по меньшей мере. Итак, что это за форматы? Ну, первым форматом пускай будет действительно видео. То есть на самом деле, это, раз уж такое заблуждение есть, что микрообучение – это видео, то пускай это у нас будет первым пунктом. Действительно, краткие видеоуроки, обычно продолжительностью, ну, до 5 минут, они демонстрируют какое-то конкретное действие. То есть фактически это видео не про то, что кто-то там что-то рассказывает, а это видео про то, что показано, как что-то делается. То есть фактически это как бы образец, эталонное выполнение какого-то действия. И вне всякого сомнения, это очень шикарный формат в том смысле, что это легко воспринимается, это наглядно. Когда кто-то показывает, как что-то делать, это всегда лучше, чем когда кто-то рассказывает, как это делать. Да? В то же время это формат, который все-таки требует определенной подготовки, требует определенных ресурсов, требует определенного умения, в принципе, создавать видео, ролики, ну, то есть он, в принципе, как бы требует определенных компетенций. Кроме того, видеоролики имеют такую неприятность. Вот если, например, мы обучаем сотрудников, которые находятся в каких-то труднодоступных местах без стабильного интернета, они наши ролики, может быть, просто банально не смогут загрузить. Да? Поэтому это как бы тот формат, который мы помним, любим, но при этом понимаем, что свои ограничения тоже есть.
Другой формат – аудиоформат. Это краткие аудиофайлы, которые предназначены для прослушивания на ходу, ну, например, на мобильных устройствах. И они чаще всего используются для обучения каким-то очень простым процедурам, каким-то очень простым действиям, которые можно буквально прослушать в любом месте и, соответственно, на это не отвлекаться. Вот точно так же, как мы, например, часто на мобильном прослушиваем голосовые сообщения, вот не знаю, как вы, когда мне кто-то присылает voice, да, голосовое сообщение, я его как бы вот занимаясь своими делами всегда прослушиваю, да, то есть для меня это не есть какая-то процедура, на которую я специально выделяю время. Соответственно, то же самое можно говорить и здесь, то есть это как бы требует прям совсем мало времени и очень хорошо, для ряда тематик очень хорошо подходит. Но, к сожалению, ограниченность в визуализации – это самый большой недостаток этого формата, потому что, ну, известно, что абсолютное большинство людей воспринимают глазами и учатся через чтение, через восприятие, через изображение, через видео, да. Соответственно, я, например, на слух воспринимаю плохо, поэтому как бы для меня вот этот вот формат микрообучения не очень хорош. Соответственно, как бы плюсы-минусы понятны. Инфографика. Инфографики написал, ну, вы меня простите. Что это такое? Визуальные схемы, графики, какие-то другие визуальные решения, которые передают информацию кратко и наглядно. То есть они могут включать диаграммы, иконки, пошаговые инструкции или изображение чего-то с выносками, с метками, вот это, вот это и так далее. То есть чем это хорошо? Быстро, очень наглядно доносится информация, очень легко запоминается, потому что глазами зрительная память, она сильно лучше у абсолютного большинства людей. Как правило, это компактно, может быть размещено на мобильных устройствах, но картинки, они ограничены объемом информации, то есть подходят для простых, четко структурированных тем. Ну, например, мы делали однажды инструкцию по технике безопасности для определенной категории сотрудников, и у нас там была такая инфографика. Одетый с ног до головы сотрудник, и на нем мы выносками показывали, для чего вот этот элемент одежды, там головной убор, для чего вот этот элемент одежды и так далее. То есть мы как бы не название, понятное дело, а название они и сами знают, а мы обосновывали для чего, почему вот этот вот элемент спецкостюма важно носить, от чего он защищает и какие функции он несет. Да, соответственно, это было очень наглядно, хорошо запоминалось. Четвертый элемент – чек-листы. То есть это какие-то простые списки действий или списки вопросов, которые помогают сотрудникам помнить о шагах и проверить их выполнение. То есть фактически чек-листы, они хороши тем, что они обеспечивают четкую структуру и четкий порядок выполнения задач. То есть фактически, ну, это как памятка – делай раз, делай два, делай три. Но не на всякую тему чек-листы можно сделать, и чек-листы могут быть недостаточными для каких-то сложных действий, для каких-то концептуальных, предположим, знаний, поэтому тоже ограничения свои имеются. Затем это краткие опросы или тесты с мгновенной обратной связью для закрепления материала и для проверки знаний. То есть фактически это микротест, когда участникам обратная связь, правильно или неправильно, выдается тут же, в момент. То есть в данном случае тест имеет не контрольную функцию, а функцию именно развивающую. Я, с вашего позволения, чуть-чуть ускоряюсь, я вижу, уже пошел второй час, поэтому буду чуть короче. Чат-боты и симуляторы диалогов. Вне всякого сомнения, виртуальные тренажеры, в которых сотрудники отрабатывают диалоги с клиентом или, предположим, моделируют ситуации взаимодействия с клиентом, с сотрудником, там, с оппонентом и так далее. Все это очень здорово, потому что это позволяет сотрудникам практиковаться в безопасной среде, и это, вне всякого сомнения, может относиться к микролёрнингу. Электронные карточки или флеш-карты. Что это такое? Это карточки с вопросом или с каким-то понятием или с каким-то изображением на одной стороне и ответом или объяснением на другой стороне. Эти карточки могут быть как в физическом виде, то есть вот буквально прям вот карточки на одной стороне одно, на другой стороне другое. Так они могут быть и в электронном виде, да, то есть когда выдается одна сторона, предположим, название, а кликнув на нее, она переворачивается, и мы на ней смотрим
значения. Это очень легко использовать для заучивания каких-то терминов, каких-то базовых понятий. Это очень быстро в реализации, то есть это как бы очень такой простой и наглядный метод. Далее, электронные письма и рассылки. Что это такое? Ну, здесь, наверное, интуитивно понятно. То есть это краткие письма с полезными советами, которые содержат каждое письмо какой-то микронавык, микротему, микроурок. Вот, например, мне безумно понравилось, мои коллеги компании «Ракурс», они в микро, вот в этом формате, в формате электронных писем делали целый курс по различным сервисам, которые используются для обучения. Я с колоссальным удовольствием получал их письма, потому что короткое письмо, пробежаться по нему очень быстро глазами и как бы посмотреть, запомнить, принять эту информацию, и оно не отрывает сильно от работы и при этом как бы дает важные и ценные для работы навыки. Затем, это могут быть какие-то микрообучающие модули, что имеется в виду? Но это фактически микрокурсы, короткие курсы, которые можно пройти буквально за несколько минут. То есть вот представьте себе, что большой электронный курс, который обычно рассчитан там, ну, на сколько-то времени, там, на час или там, не знаю, на 20 даже минут. А здесь короткий курс на один какой-то навык с включением мини-тестов, практических заданий, интерактивных элементов, то есть который можно пройти буквально за 5 минут. Соответственно, кто владеет технологией создания вот этих электронных курсов, можно это использовать. Далее, это какие-то практические упражнения, которые сотрудники могут выполнять после изучения материала или в дополнение к изучению материала. То есть это могут быть какие-то практические кейсы, какие-то задачи для тренировки, для того, чтобы запомнить, для того, чтобы закрепить, для того, чтобы просто повторить правильный образ действий, и он, соответственно, улегся в голове и был запомнен. И, друзья, на самом деле можно, наверное, этот список продолжать. Вот я здесь перечислил в этом списке из 10 пунктов те пункты, которые мы сами с коллегами использовали, и совершенно точно это работает. Но по большому счету здесь, я думаю, что все ограничено абсолютно нашей фантазией и нашим методическим здравым смыслом. То есть по большому счету я не вижу никаких ограничений в том, чтобы использовать какие-то другие форматы, какие-то другие решения и так далее. Ну и вот, заканчивая разговор на тему микролёнинга, мне хочется дать немножечко таких практических рекомендаций на тему того, вот я, предположим, преподаватель, или я учитель, или я бизнес-тренер, мне с этим вашим микролёнингом чего делать? Мне его куда ставить? И мне вообще как это можно использовать и как можно применить то, чему мы вот этот вот час посвятили на нашем вебинаре? Я предложу вам несколько вариантов. Соответственно, я надеюсь, что вы из них сможете выбрать что-то для себя. Вне всякого сомнения, это можно использовать до тренинга в качестве некоего пререйдинга, в качестве некой подготовительной информации, которую участники изучают до начала основного обучения. Формат может быть совершенно любой. Это может быть микротест, это может быть видеоролик, это может быть какая-то статья, которую мы отправили, или это может быть инфографика, на которой изображены какие-то ключевые понятия, и мы, соответственно, участникам предлагаем с этим познакомиться. То есть, по большому счету, фактически ограничено здесь все, пожалуй, нашей фантазией. Ну, вот некоторые примеры, которые я сейчас здесь написал, это тоже то, что мы буквально делали. То есть, в одном случае мы участникам отправляли буквально чек-листы, которые они могли использовать по своим совершаемым действием и отмечать галочкой «делаю так» или «делаем как-то иначе». А уже на тренинге мы с ними это обсуждали, и это было хорошим введением в материал, то есть по большому счету мы использовали микролёнинг для того, чтобы участников лучше в материал включить. Или это может быть, например, тест, который позволяет участникам оценить свой собственный уровень, который позволяет им увидеть, в чем они правы, в чем они не правы, соответственно, что им нужно развивать. Таким образом, это были рекомендации, которые касаются, как использовать микролёнинг до
обучения до тренинга. Во время обучения можно ли как-то его использовать прямо в процессе учебного курса? Вне всякого сомнения, можно это делать прямо во время обучения. И более того, я бы так сказал, что если мы, например, наше очное мероприятие будем разнообразить с помощью каких-то вкраплений в него каких-то микроэлементов в других форматах, это вне всякого сомнения работает и на цели обучения лучше, а это работает и на вовлеченность участников, потому что для них смена внимания и смена формата – это всегда как бы возможность лучше включиться в то, что происходит. И это всегда возможность, ну, как бы более конструктивно с участниками взаимодействовать, потому что они видят, что мы им контент предлагаем в разных жанрах, в разных форматах, то есть они как бы видят уже для себя нашу серьезность и наше большое погружение. Ну, тоже пара примеров, которые мы делали. В одном случае мы для тренинга по публичным выступлениям мы делали чат-бот, в который мы зашили частые возражения, частые вопросы и, соответственно, участникам предлагали пощелкать на, в формате диалогового тренажера, как на это все отвечать. На тренинге по работе с конфликтами мы делали короткие видео-примеры с тем, как надо и как не надо, да, потому что мы знаем, что как не надо, это тоже развивает ничуть не меньше, чем образец как надо, да, и, соответственно, как бы вот мы делали вот такие вот парные ролики, как желательно и как нежелательно, соответственно, это тоже имело хороший эффект. И, кстати говоря, вот, например, вы все знаете прекрасно, что ролики, показанные во время очного обучения, они всегда оживляют участников, да, то есть показываешь, как какой-то фрагмент мультфильма, какой-то учебный фильм, да неважно что, а всегда это вызывает оживление. Соответственно, вот хороший повод поуправлять и захватить групповую динамику. После тренинга, ну, здесь принципиально тоже вариантов на самом деле очень много, даже не буду их все, наверное, вам зачитывать. Точно так же можно это докручивать, те самые знания, которые мы на обучении получили, те самые навыки, которые мы им передали, можно предлагать им какие-то микрозадания, микроупражнения, микрокейсы на то, чтобы это все максимально внедрить в свою рабочую практику и использовать. Ну и, наконец, самый последний пункт. Вместо тренинга можно ли это делать? Ну, на самом деле, я вам скажу честно, дорогие друзья, что вот лично у меня опыта, когда мы проводили микрообучение вообще вместо обучения, у меня такого опыта не было, но, наверное, у кого-то он теоретически может быть. И вот этот вот последний слайд, я его, честно скажу, написал просто исходя из своего здравого смысла по образу и подобию с предыдущими, но я могу предположить, что в тех случаях, если у нас нет возможности обучать ни в каком другом формате, кроме как в формате микрообучения, я думаю, что это тоже вполне можно реализовать. Ну вот я надеюсь, у меня когда-нибудь такая задача появится, и, соответственно, я ее реализую и буду рад с вами поделиться. И вот, друзья, подводя итог всему тому, что я вам рассказывал на протяжении вот этого часа с небольшим. А что бы мне хотелось сказать? Вне всякого сомнения. Микрообучение – это не панацея, это не волшебная таблетка, это не является каким-то там вот решением, которое вот мы сейчас вот освоили, и все у нас полетело волшебно. Конечно же, нет. Это просто один из возможных инструментов, который, будучи в нашем арсенале, который, будучи в нашем инструментарии, повышает нашу ценность, повышает нашу эффективность, повышает количество услуг, которые мы нашему клиенту можем оказать. Поэтому вне всякого сомнения. Если есть возможность вот в эту тему погрузиться, то я от всей души желаю в нее максимально погрузиться. И я очень надеюсь на то, что та презентация, которую я для вас подготовил, она вам в этом поможет. Напомню, что те, кто еще не скачали ее, сделайте это, пожалуйста, прямо сейчас. Презентация находится в
папочке, которая выглядит как папочка вверху, в верхнем правом углу. Соответственно, как бы ее себе скачать. Я специально сделал презентацию с преобладанием текста. Да, во вкладке «Файлы», спасибо, Татьяна, чтобы я специально сделал ее в формате текста, чтобы вам было на что опираться, когда вы это будете делать сами. Мне будет очень радостно знать, что вы это применили, что у вас это получилось и что у вас это работает. Ну и если вам, в принципе, понравился мой подход, если вам вообще отозвалось то, как я даю материал, то, как я отношусь к процессу обучения, то, как я мыслю, я, с вашего позволения, приглашу вас на свои некоторые ресурсы. Во-первых, приходите, пожалуйста, в мой телеграм-канал. Я сейчас ссылки все сразу кину в чат, чтобы вы их могли себе скопировать. И потом между делом перейти. Во-первых, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я в нем пишу про обучение, пишу про разные факторы вообще эффективности, влияния на обучение и так далее. Поэтому подписывайтесь, буду вам там рад. Говорят, интересно и полезно. Это первое. Второе, рекомендую вам почитать мои книги. Я ими, у меня много книг на самом деле, но горжусь я не всеми. Вот расскажу вам про те две, которыми горжусь. Первая книга, это называется «Методология разработки материалов по запросу бизнеса». То есть мы в данном случае прокачиваем именно умение мыслить категориями бизнес-результатов. Да? То есть, ну, это такая достаточно дефицитная компетенция, она не у всех есть, но как бы совершенно точно она нам веса много прибавляет. Это вот одна книга. А вторая книга, она вышла буквально неделю назад, она про онлайн обучение и про онлайн бизнес-тренинги. Соответственно, она полный цикл работы в онлайне показывает. Соответственно, ее тоже рекомендую. Ну и, наконец, еще приглашаю вас на свои бесплатные демо-курсы. Первый демо-курс, он тоже про методологию разработки материалов тренинга по запросу бизнеса. И второй курс про смешанное обучение в связке с нейросетями. Как можно нейросети использовать для того, чтобы разнообразить и сделать более эффективным свое обучение. Все, реклама на этом кончилась, друзья. Мои контакты вы сейчас видите на экране. В презентации вот эти вот все ссылочки, они будут активными, то есть мне можно будет очень легко написать. Если у вас будут возникать какие-то вопросы или будут там какие-то, я не знаю, там интересные наблюдения, с которыми захочется поделиться, то как бы добро пожаловать, я всегда всем рад. И вижу, значит, вопрос есть в чате. Александр, посоветуйте, пожалуйста, инструменты для создания чат-ботов и симуляторов диалогов. Смотрите, на самом деле для чат-ботов совершенно точно множество всяких есть решений. Я использую PuzzleBot первый, BotMother второй и, как ни странно, GetCourse третий. Вот на сегодняшний день функционал GetCourse, он включает в себя создание чат-ботов, и я все свои боты, которые сделаны на сторонних компьютерах, постепенно переведу туда, потому что у меня как бы GetCourse есть и оплачен. Что касается симулятора диалогов, если вы имеете в виду диалоговые тренажеры, ну, здесь вариантов на самом деле много, вне всякого сомнения. С точки зрения стоимости это, наверное, iSpring самый привлекательная. И вообще это Articulate Storyline, это Adobe Captivate, это, господи боже мой, забыл, какие программы еще, но как бы я не самый большой специалист вот именно вот по этой теме, Татьяна, но в целом как бы здесь такой список, наверное, достаточно традиционный. Ну, надеюсь, ответил, Татьяна, если ответил, то не ответил, то тогда уточните, пожалуйста. Вот. Спасибо. Ну и, дорогие друзья, я на этом, наверное, свое выступление заканчиваю. Я передаю сейчас слово Татьяне, и будет небольшое завершение от нее.